И снова всем здравствуйте. Вот такая радуга-дуга образовалась. Красивая. Вот в таком месте мы находимся. Там частный сектор. А тут у нас какое-то подсобное хозяйство было. Железяки добываем. Итак, солнышко у нас на закат. Вот такой швелерочек попался по всему периметру. И мы его вытягиваем из бетона. Ну, примерно как-то вот так. Все, сейчас ломик туда. И вот таким макаром мы его сейчас вытащим. Вот такие швеллера у нас. Но вот этот нам чёс дал. Мы его гнули-гнули. Через колено почти. Как только у нас так кувалда, это мы так согнули. Били-били, она так завернулась. В бетоне сидит вот так вот. Вот таким вот макаром. Хорошо сидит прям. Бетон, смотрите, аж синий. Вот этот метр нам, блядь, караул вообще. Мы думали, конца края не будет. Но мы продолжаем. Вышел на речку я сегодня прогуляться маленечко. Да инструмент забрать. Деятельность моя прекращается на некоторое время. Завтра еду в Кемеровский кардиодиспансер ложиться. Будут делать операцию. На речке здесь порядочек навели. Странно как-то вообще. Всегда грязь была. Смотрите, чистенько, все хорошо. Молодцы, все убрали, все сожгли. Вот такие дела. Заберу сейчас инструмент весь. Утащу его домой. И поедем выздоравливать. Операция, не знаю, сколько времени займет, но от 30 минут, сказали. Шунты, которые мне делали в 2013 году, они забились нафиг. Вот теперь в них же надо будет влупить какие-то пружинки, стенды поставить. Вот такая фигня, ребята, демократы. Неприятная фигня. Ну, надо что-то делать. Делать будут по квоте. А потом пришлют на это. Кто она? На почту. Сколько они денег израсходовали. На последние операции, вот, которую делали мне, они мне прислали, там обошлось государству в 23 тысячи с копейками, 26. Ну а если сам будешь делать, там, по-моему, ценник в раза в 3 больше. О, ящерка удрала, выходи. Ну, ее теперь туда не вытащить. Удрала в Одессе. А вон еще одна сидит, греется. Все. Свинтило. Вот такие пирожки. Ой, все кости болят после последнего копания. Кувалдой намахались с Сергой. Серегой. Все болит. Все. Ничего не помогает. Вот такая вот петрушка.
Всем здоровья. Всего хорошего. Когда теперь на связь выйду, одному Богу известно. О, про мусор проговорил, что там все убрали. В одном месте убрали, в другом нагадили. Идиоты. Ну и откуда мне зайти сюда? А вот так пойду. Вот сюда бы еще надо было пройти разочек с миноискателем поискать после дождей. В прошлом году я тут хорошо накопал. Может, что-нибудь новое всплыло. Захожу откуда-то с тылу. Ну вот и все, пришел. Почти. Тут экскаватор поработал. Я уже показывал. О, лианы. Какие тянутся. Высоко. Вот еще. Это хмель. Хмель. Раньше брашку ставили. Факти лопухи здоровые. Больше, чем моя рука. Ну все. Всем пока. Пока. Вот еще что я тут нашел. Пришел на свое место, а тут вот так вот. Кто-то ночевал. Ха. Мой рычаг спалили. Вот черти, закатаю вату. Чем я теперь треливать буду? Ночевал кто-то здесь. Книжку читал. Умный, видать. Вот такой. Здесь тент натянутый, кусок полиэтилена. Ну ладно, живут же люди на природе постоянно. Ну все, забираю инструменты, сваливаю домой.